считаю, что девчонки молодцы, потому что только публичные акции, публичное сопротивление что-то может изменить. Выборы полностью в руках у власти, в руках у волшебника Чурова, все эти урны. И поэтому выборы ничего, ничего, нигде не дадут. Только выход на улицы. Вот выйдет миллион, и будет по-другому. А пока выходит 15 тысяч или даже 50 тысяч, еще как-то можно их, как-то можно не обращать внимания. Как только выйдет миллион в Москве, как по волшебству все изменится.